Всем привет, и мы продолжаем приключения нашей любимой кошечки Анжелы. Анжелочка, солнышко, вставай, тебя ждут великие дела. Ну что же, друзья, давайте-ка отведем нашу девочку в ванную комнату, покупаем нашу милашку, симпатяшку. Ой, совсем она у нас испачкалась, бедненькая, голодненькая. Ну не переживай, Анжелочка, сейчас мы тебя хорошенько покупаем, помоем, все у тебя будет здорово. Отлично, отлично, моем, моем, втираем, втираем. Ой, как ей понравится купаться. Ой, как замечательно. Ой, друзья, здорово. Ну что же, вот такая вот милашка, симпатяшка. Кстати, пишите в комментариях, нравится ли вам купаться в ванной. Вот так нашей милочке, Анжелочке очень-очень нравится. Ну что же, друзья, а сейчас давайте-ка почистим зубки. Вот так, здорово. А потом уже посадим за стол. Ой, какой кошмар, что делается во рту у нашей Анжелочки. Ну ничего. Сейчас мы снимем вот этот налет, и у нашей девочки будет вот приятное дыхание, и все будет в порядке с зубками. А ну-ка покажи. Да, вот так здорово, отлично, замечательно. Ну что же, а теперь мы можем ее покормить. Ну, вначале, друзья, давайте-ка передадим привет. Итак, друзья, большущий вам привет от нашей любимой кошечки Анжелы. Кроме того, друзья, кому еще хочется особого привета, пишите в комментариях, мы с удовольствием передадим, либо же поздравим с днем рождения. Итак, давайте-ка дадим вот суши, котики очень любят суши. И еще, друзья, давайте-ка поищем каких-то вкусняшек. Ага, вот дадим ей вот этот интересный лаваш. Ну и еще вот на десерт вот такой вот интересный вафли с медом и маслом, очень вкусняшка, хорошие. Ну и осталось только поднять настроение нашей девочки. Хорошей, хорошей. Вот такая вот милая, симпатяшка Анжелочка. Вот, здорово, здорово. Чудесно, чудесно. Поднимается настроение, поднимается уровень. Отлично, отлично, очень хорошо. Итак, друзья, сегодня, благодаря вашим комментариям, мы выберем довольно-таки интересный костюмчик Анжелочки, который я очень уже давно не надевал. Ну, тем не менее. Отлично, отлично. Итак, друзья, давайте-ка перейдем в гардероб. Снимем вот это замечательное платье. Отлично. Уберем вот эти прикольные зеленые глазки. Сниму я шубку. Сотру макияж. Вот так стираем, стираем, убираем, убираем, убираем. Вот так, пусть немножко мордочка нашей Анжелочки отдохнет. Ну что же, чудесно, чудесно. И, конечно же, снять вот эти косички. Итак, осталась у нас милашка, симпатяшка Анжелочка. И, конечно же, друзья, давайте-ка вначале мы пройдем с вами по комбинезонам и костюмчикам, чтобы вы могли выбрать те костюмчики, которые вам нравятся. И, конечно же, написать в комментариях, в каком костюмчике, либо в комбинезоне вы хотели бы увидеть нашу девочку. И я благодаря вашим отзывам и комментариям сниму очередное видео. Вот так, здорово, здорово. Итак, прошлись мы по всех готовых костюмах, нарядах. Кроме того, друзья, есть всевозможные платья, вот и костюмчики, которые мы тоже можем использовать и по которым снять видео. Итак, смотрите, выбирайте те, которые вам полюбились и ваши любимые. Пишите в комментариях, и мы с ним будем вам снимать видео, чтобы вам было интересно. И, конечно же, друзья, если будете просить, будем передавать приветы и поздравлять с днем рождения. Итак, дошли мы до бриллиантового платья. Это финальное. А сегодня, друзья, очень многие подписчики просили сделать нашу Анжелу Валькирией. И сегодня мы это сделаем. Итак, где же наша Валькирия? Вот она. Вот она, вот такая вот чудесная кошечка. Здорово, воительница. Отлично. Давайте-ка, друзья, еще к этой замечательным костюму Валькирии подберем еще шубку. Итак, вот так здорово выглядит розовый костюмчик Валькирии. Очень здорово. Черно-белые довольно-таки милые. Рыженькая необычная. Так, серая тоже довольно-таки здорово. То есть латы вот такие вот сероватые. Шерстка сероватая. Вот черные довольно-таки тоже мило выделяется. Интересно, интересно. Ну и, конечно, какой же костюмчик лучше, трудно, друзья, сказать. Все они довольно-таки шубка оригинальная. Костюмчик оригинальный, здорово подходит к разным шубкам. То есть, какая лучше, трудно, честно говоря, друзья, сказать.
Ну, честно говоря, друзья, рыженькая вот мне понравилась. Серая, в принципе, очень сливается с комбинезончиком. Черная тоже не очень. Либо белая, либо розовая. Ну, черно-белая тоже что-то не очень, хотя довольно-таки мило. Либо рыженькая. Давайте-ка, друзья, все же я остановлюсь на розовой шубке. Мне кажется, она более нежная. Ну и попробуем еще подобрать глазки. Какие же глазки подойдут к Валькирии? Так, ну что я скажу, друзья, довольно-таки интересные варианты. А смотрите, как здорово подходят глаза ангела. Возможно, это даже будет лучший вариант. Хотя, если глаза ангела, возможно, другая шубка бы подошла. Так, глаза аниме, глаза кошки удачи. Ну что я скажу, друзья, довольно-таки интересные глазки, возможно, даже розовые, но мне кажется, друзья, к Валькирии пойдут глаза ангела. Вот причем она немножко похожа на ангела, костюм Валькирии. Вот крылышки и на шлеме крылышки. Довольно-таки интересный вариант. Ну что же, друзья, давайте-ка мы пока займемся макияжем, и, возможно, после этого, друзья, мы еще с вами поменяем шубку. Вот так. По-моему, довольно-таки мило вот это розовое, но вот как будет лучше с глазками, либо без глазок, трудно сказать. И все же, друзья, придется мне взять максимально яркую вот румяна, а то что-то на вот этой розовой шерстке слабо выделяется. Ну и, конечно же, для теней мы используем вот такой вот голубые тени. Вот под цвет глаз, довольно-таки мило, симпатично. И осталось, друзья, еще подкрасить нам реснички. Давайте-ка, друзья, тоже мы возьмем вот такую вот голубую. Вот голубую, либо, конечно, возможно, черная классика, возможно, бы и лучше было. Но это нужно, друзья, смотреть, посмотрим. Так, а вот губки давайте-ка мы сделаем ярко-красным, без блесток. Хотя, возможно, блестки тоже неплохой вариант. Ну, что я скажу, довольно-таки мило, довольно-таки симпатично, довольно-таки оригинально. Итак, смотрим, смотрим, друзья. Вот так, замечательно, замечательно. Так, вот как я смотрю, друзья, возможно, все же вот классические черные реснички было бы лучше. А ну-ка посмотрим, посмотрим, друзья. Давайте-ка я вот хорошенько покрашу реснички нашей девочки и посмотрим, что из этого получится. А ну-ка, 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 ну-ка. Ну что ж, я скажу, друзья, довольно-таки интересно, по-моему, лучше стало. Ну и попробуем, друзья, давайте-ка мы не розовую шубку, а другие. Так, ну что я скажу, рыженькая неплохо, серенькая неплохо. Так, ну белое что-то, друзья, мне не нравится, хотя здорово, в принципе, вот белая кошечка, белые крылья. Все же, друзья, давайте-ка остановимся либо на розовой, либо на рыженькой. Хотя белый вариант довольно-таки тоже неплохой. Вот еще, друзья, интересно было бы надеть очки. Вот смотрите, как интересные. Но, опять же, очки вот так прикольно, конечно же, но к ангелу, к Валькирию очки, мне кажется, неприемлемый вариант. Ну что же, друзья, итак, посмотрим, как это все смотрится. Вот такая вот милашка-симпатяшка Анжела. Здорово, здорово. Какая и лучшая шубка, пожалуйста, пишите в комментариях. Честно говоря, трудно определить. В принципе, вот и белая, и рыжая, и черно-белая тоже мне довольно-таки здорово понравились. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка мы сменим обстановку в террасе. Переместимся из зимней сказки. Давайте-ка, друзья, куда же мы переместимся? Ну, посмотрим. Так, зимняя сказка явно не годится. Вот. Либо сад Анжелы, либо тропический рай. Париж, Нью-Йорк я отбрасываю. Зимнюю каску тоже. Дно океана, на дне океана отбрасываю. Либо Королевский дворец, либо сад Анжелы. Наверное, все же лучше будет сад Анжелы. Причем вот выберу я зеленую лужайку. Вот этот ноутбук немножко я, наверное, друзья, вообще понижу в уровне. Либо вообще его убрать вот так. Сделать минимальным. Вот. И вот этот коврик тоже мы вот так зелененьким уберем. Итак, вот такая вот получилась милашка-симпатяшка Анжела. Немножко мне не нравится, что, друзья, вот что это розовый, вот эта приставка и пуфик немножко отвлекает от нашей Анжелочки. А ну-ка, друзья, все же давайте-ка я попробую белую шубку. Вот так, посмотреть, как она будет смотреться. Ну что же, здорово, здорово, мило, симпатично. Наверное, все же белый вариант, это классика, это наилучший. Ну, пока мы на нем остановимся, а потом, друзья, еще попробуем.
Итак, давайте-ка на кухне я тоже, друзья, внесу какие-то изменения. Вот, хочется сделать ее необычной. Давайте-ка, друзья, я сделаю кухню первого уровня вот так. Вот. Вот все в таком интересном розовом стиле. Так, и обои я тоже поменяю. Давайте-ка я возьму персиковый. Ну, какая-то немножко бедноватая кухня у нас получилась. Но, тем не менее, довольно-таки оригинальная. Давно мы не делали такую кухню. Поэтому пусть будет вот так. Ну что же, давайте еще к нашей Валькирии. Вот, поменяем еще обстановку в ванной комнате. Вот, давайте-ка, вот ванную комнату. Давайте-ка я здесь поменяю обстановку. Вот только что здесь изменить. Ну, давайте-ка посмотрим, какой же вариант пойдет. Это у нас первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Так, давайте-ка, друзья, я остановлюсь на шестом уровне. Мне кажется, это будет неплохо. Вот, немножко вот так плитку мы поменяем и сделаем еще какие-то вот обои вот такие персиковые. Итак, так посмотрим. Ну что же, мило, симпатично, довольно-таки здорово. Кстати, друзья, еще нужно почистить зубки нашей девочки. То после того, как мы ее покормили, нужно ее привести в порядочек, поухаживать за нашей девочкой. Вот так мило, мило, симпатично, здорово. Ну что же, чистим зубки, посмотрим, друзья, что из этого получится. Да, вот так чудесно, замечательно, все здорово у нас получилось. Итак, переходим, друзья, к следующей вкладочке. Давайте-ка еще вот в спальне внесем изменения. Давайте-ка мы сделаем спальню тоже какой-то необычной. Вот, давайте-ка, друзья, мы сделаем для нашей Валькирии вот максимально. Нет, вот тоже пусть будет шестого уровня. Вот так. Довольно-таки это мило, симпатично. Персиковые обои. И вот возьмем еще вот такую вот звездную постель. Вот, здорово, здорово. И такая вот получилась у нас милашка, симпатяшка Анжела Валькирия. То есть, ну еще, друзья, мне хочется очень для нашей Анжелочки Валькирии дать зелье взрослой кошечки, чтобы она подросла. И да. Вот, смотрите, совсем по-другому. Вот, смотрите, какая она стала девушкой. Боевой валькирой. Очень здорово идет ей вот этот костюм. Ой-ой-ой, давайте-ка мы ее вот так погладим. Хорошая. Вот такая вот милашка, симпатяшка. Смотрите, как ей идет вот этот замечательный костюм валькирии. Ну еще, друзья, очень бы интересно было посмотреть, как она будет смотреться в разных шубках. Давайте-ка, друзья, мы с вами переместимся сейчас в гардероб и посмотрим, как же будут идти ей всевозможные шубки. Так, очень-очень здорово, красивые крылышки. Итак, вот такая вот интересная розовая шубка, черно-белая, рыженькая, отлично. И что там у нас дальше? Дальше у нас пойдет серая шубка и черненькая. Ну, честно говоря, друзья, так трудно понять. Давайте-ка мы, друзья, все же посмотрим, вот как это будет смотреться у нас на террасе, вот на кухне, в ванной комнате и спальне. Ну что же, милые, интересные варианты. Но, честно говоря, друзья, не поймешь, какая из них лучше. Нужно каждую шубку просмотреть. Вот в таком варианте. Друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ага, вот случайно я зашел на уровень. Пишите, друзья, пожалуйста, в комментариях, какая шубка вам больше понравилась. По-моему, довольно-таки интересные, прикольные костюмчики и шубки для нашей Анжелочки. Итак, давайте-ка еще посмотрим рыжий вариант. Вот. Так, сегодня все же я, наверное, ее оставлю в белой шубке. Друзья, а вы в комментариях пишите, какой из вариантов вам лучше понравился. И по вашему комментариям и отзывам в следующем видео я надену ту шубку, которую вы попросите. Итак, серая шубка, давайте-ка посмотрим. Ну что же, мило. А, что-то не сработало, друзья. Что-то не сработало, серая шубка. Вот так. Вот смотрим, как это все получается. Ну что же, неплохо. Друзья, замечательно. Итак, останется, друзья, у нас последняя шубка, черненькая. Но все же, друзья, я, конечно же, перейду к белой шубке. Мне кажется, это все же классическое. Хотя, вы смотрите, как здорово выглядит черная шубка. Довольно-таки интересный, классный вариант.
Так, ну что же, друзья, пока я возвращаюсь к белой шубке, и на этом, друзья, уже мы будем прощаться. А вы, друзья, вот подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, пишите в комментариях, какую вы хотите еще видеть Анжелочку. Ну и, конечно же, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик, чтобы не пропустить ни одной серии с нашей девочкой, и чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!